Итак, добрый вечер, дорогие мои друзья, коллеги, партнеры. Здравствуйте все, кто смотрит трансляцию на YouTube, кто будет потом смотреть в записи. Мы начинаем сегодня свой пятый вебинар, пятую часть из нашего цикла по дубликации. Для тех, кто сейчас, допустим, смотрит первый раз или не видел предыдущие части, то на YouTube под трансляцией сегодняшней части будут ссылки на 4 предыдущие. Поэтому, если кто-то что-то пропустил, можно всегда открыть и посмотреть, что мы уже прошли. Почему я это подчеркиваю? Потому что мы решили разбить дубликацию на 7-8 частей, как получится, для того, чтобы каждую задачу, которая очень важна в нашей работе, можно было рассмотреть поподробнее. Итак, меня зовут Любовь Фёдорова, для тех, кто меня не знает. Я региональный куратор Латвии и вот спикер по дубликации. Мы рассматриваем 7 задач, самых главных, которые помогают нам в нашей работе. И мы уже рассмотрели постановку целей, создание из книги контактов, как с ними работать, как планировать свое время, как делать телефонные звонки, учитывая немаловажный телефонный этикет. И сегодня мы поговорим о презентациях. Но так как эта тема очень большая и очень обширная, то даже эту тему я разделила на две. И сегодня мы рассмотрим такие вопросы. Что такое метод 4 ключей? Это такой путь, чтобы получить ответ «да», когда мы обращаемся к человеку, к партнеру. Вот. Какую роль играет первый контакт для создания доверия? Что такое основной побуждающий фактор и как мы готовимся к презентации? То есть как мы ее наполняем, это мы уже будем говорить на следующем занятии, на следующем вебинаре, в следующий четверг. Сегодня мы рассматриваем конкретно эти 4 вопроса. Скажу вам сразу, что эту методику я позаимствовала из книги «Ответы в вопросах» Алана Пиза. Это человек достаточно богат, он сетевик, он начинал с нуля в сетевом бизнесе и сделал свой первый миллион именно там. А так как у нас все-таки наш бизнес рекомендательный, бизнес по приглашениям, и наш успех зависит от того, какую мы наберем команду, то те советы, которые дают сетевики, как работать с людьми, как строить структуру, как работать с командами, как их создавать, они нам очень и очень подходят. Это очень ценный материал. Поэтому, когда если есть возможность почитать что-то, что советуют сетевики, есть смысл уделить этому время. И мы знаем, мы уже говорили, что на самом деле для нас, приглашая в команду людей, для нас самые классные, самые выгодные — это сетевики, потому что у них уже есть наработанные команды, они умеют строить, они умеют работать с ними. Вот, поэтому все, что мы находим полезного в их методиках, да, мы тоже применяем, изучаем, это нам в жизни тоже пригодится. Вот. Итак, мы говорим, да, что приглашать на презентацию нужно все-таки, ну, вот в предыдущих наших вебинарах я говорила, что когда мы дублируем систему, мы приглашаем впервые человека, желательно приглашать не на свою презентацию, если мы особенно новичок, лучше это сделать, ну, пригласить к специалисту. Вот, потому что потом у нас есть время поговорить, обсудить, выслушать какое-то мнение. Это будет мнение не о нас, не о нашей презентации. Значит, у нас есть еще шанс, если человеку вдруг не понравилось. Да, если человеку понравилось, тогда мы только помогаем, усиливаем это чувство. Потому что, в принципе, какая главная цель вообще презентации, которую мы делаем, когда мы предлагаем человеку бизнес, когда мы предлагаем принять наше предложение?
так скажем. Вот. Цель – получить ответ «да». Вот. И нам нужно научиться применять правильные методы и приемы для того, чтобы нас слушали, чтобы с нами хотели говорить. Потому что люди, когда мы с ними начинаем общаться, когда мы начинаем рассказывать о бизнесе, если мы сразу напрямую его пригласим, то мы получим однозначный ответ, мы получим «нет». Если нам даже кажется, что человек открыт, ну вот мы только начинаем об этом говорить, да, мне кажется, что у людей, у многих такой сразу становится блок, потому что он начинает думать, чего он хочет сейчас, если мы сразу начинаем рассказывать о том, чем мы занимаемся. То есть у них будет такое небольшое как бы недоверие, потому что очень многие люди сразу думают, так, что он хочет этим сказать? Он сейчас меня будет приглашать? Он что-то хочет от меня получить? Да? И то есть, и если мы ему начнем говорить, что у меня для тебя есть кое-что, я знаю, тебе это поможет, да, то у них будет вообще и недоверие, и такое, может быть, даже раздражение, отторжение всему, что мы говорим, когда мы их учим. Мы лучше знаем, что ему нужно делать. Нет, это неправильно в общении. То есть у людей есть такая черта вот, психологическая, что все, что говорят они, все, что они проговорят, это правда. Они имеют свое мнение, и, в принципе, они, как бы, наверное, строят свою жизнь, исходя из этого, из этой политики. То есть я сам знаю, что нужно делать. Поэтому очень важно, чтобы мы смогли в разговоре с человеком побудить его самого проговорить те проблемы, которые у него есть, и выявить, чтобы он сам их выявил, чтобы он сам их проговорил, и чтобы он сам сказал, что ему на сегодняшний день нужно. То есть не мы ему говорим, что ему делать, а он сам говорит, что ему нужно. И здесь поможет такая методика, которая называется метод 4 ключей. То есть Алан Пис называет это 4 ключа от сундука с сокровищами. Вот. И первый ключ – это растопить лед. Что значит растопить лед? То есть нам нужно вызвать при разговоре какое-то, ну, у человека доверие к себе. Ну, допустим, скажем, мы завоевываем доверие, рассказывая о себе, да, может быть, даже в какой-то мере нужно понравиться для того, чтобы нас принимали, для того, чтобы нас слушали. И тогда есть вероятность, что человеку понравится и то, чем мы занимаемся, и то, что мы предлагаем. Поэтому это очень важно найти вот этот первый контакт. И этот контакт очень легко найти, когда мы в непринужденной обстановке, когда мы где-то встречаемся на отдыхе или в какой-то компании, у нас идет такая свободная беседа, и вот где каждый рассказывает, разговаривает, рассказывает о себе. Гораздо сложнее и серьезнее нужно относиться, когда мы идем на какую-то уже запланированную встречу. И когда первый контакт мы производим, ну, производим свое первое впечатление на встрече, то ли по рекомендации, да, то ли по вообще, ну, с незнакомым, конечно, мы не приходим, но у нас есть люди, когда мы приходим, и мы впервые с ними встречаемся. Вот. И здесь очень важно соблюсти, как скажем, такой, ну, в первую очередь, корпоративный стиль. Да? То есть мы и одеваемся соответственно, как бы дресс-код мы этот соблюдаем. И плюс, когда мы будем рассказывать о своей компании, хорошо бы, когда мы использовали, там, допустим, ручку, ежедневник, не знаю, значок у нас. То есть мы полностью выдерживаем весь стиль что, свой корпоративный, чтобы человек понимал, куда мы его приглашаем, чтобы это все было очень солидно. В то же время, когда мы представляемся человеку, да, мы говорим первые, и мы говорим, чем мы занимаемся. Кстати, вот есть на слайде небольшие подсказки для того, чтобы представиться. То есть мы не говорим, что мы представители компании Skyway, мы не говорим, что мы представители фонда Skyworld Community, да, мы можем сказать, что я занимаюсь, меня зовут так-то и так-то, я занимаюсь
стартапами, которые приносят долгосрочную прибыль. Да? Или я поддерживаю инновационную транспортную технологию Skyway. И потом мы рассказываем, с помощью чего, что вот есть инвестиционный фонд Skyway Community, и мы через него можем поддержать компанию, инвестировать и в долгосрочной перспективе, то есть зарабатывать деньги. Да? То есть мы как-то так. То есть мы не говорим, что мы представители компании, потому что на самом деле мы не представители компании. Но в любом случае, то есть вот этот вот какой-то установить теплый контакт нужно. И только тогда, когда мы почувствовали, что мы этот контакт установили, только тогда мы можем переходить уже непосредственно к следующему этапу. Каждому человеку, возможно, понадобится разное время для того, чтобы установить этот контакт. Да? Кто-то быстро такой вот харизматичный, открытый, он очень быстро налаживает, да, эти мосты. Кому-то, может быть, немножечко сложнее. Тогда продлите беседу. Не нужно сразу переходить к следующему этапу, когда мы не завершили первый. То есть это очень важно. Дальше мы говорим, следующий ключ, номер два, это найти горячую точку. Что значит найти горячую точку? То есть это выявить проблему, которая существует у человека, самое важное, ради чего вообще он готов что-то делать. Да? То есть здесь как раз и вступает в силу вот этот основной побуждающий фактор. Что такое основной побуждающий фактор? Это такая движущая сила, которая мотивирует, которая ведет нас, иногда, может быть, подталкивает или, я не знаю, пинает, заставляет нас действовать. То есть это может быть что-то, что нам необходимо просто выжить. Мы делаем что-то, что нам необходимо выжить, вот заработать денег, чтобы выжить. Да? Это как, скажем, такой вынужденные наши действия, но по-другому никак, нам просто необходимо. Да? И точно так же основным побуждающим фактором может быть наша мечта. Когда мы долго-долго о чем-то мечтаем, мы хотим что-то получить, и мы понимаем, что мы готовы там горы сворачивать для того, чтобы приблизиться к своей мечте. И сейчас я приведу вам такой пример. Их на самом деле может быть очень много, очень. Но статистика показала, что люди, когда им давали в произвольной форме самим назвать их побуждающий фактор, то в большинстве называли те факторы, которые сейчас вы видите на слайде и которые, в принципе, выделены и поставлены даже в эту книгу, приведены в этой книге. И я вам скажу, что когда я их просматривала, я понимала, что наша компания, люди, которые приходят в нашу компанию, они могут удовлетворить любой из этих пунктов. То есть мы можем им дать любой из этих пунктов благодаря участию в нашем проекте. То есть это может быть дополнительный доход. Кому-то важно, то ли ему не хватает, вот достаточно трудно, да, сейчас жить на те финансы, которые он может заработать, ему нужно дополнительное, либо кому-то нужно дополнительное, допустим, потратить на свое хобби, как у меня есть знакомый рыбак, который занимается спортивной рыбалкой, и там у него снасти, и, допустим, у него матрас для рыбы, на который нужно вытащить карпа, потому что его же потом нужно отпустить, и чтобы он не побился в землю, специально есть надувной для него матрас, вот там 120 евро стоит такой матрас надувной для рыбки. Да? То есть хобби бывают очень дорогие, поэтому кому-то просто нужен этот дополнительный доход, чтобы там, на свою мечту, на свое хобби. Да? Кому-то нужна полная финансовая независимость. Человеку хочется жить, вот как ему хочется. Да? Ему хочется, вот мне сегодня захотелось такую машину, я такую хочу купить. Хочу там на последних, не знаю, по последней моде одеваться, и хочу вообще трехэтажный дом себе построить. Да? Нужна полная финансовая независимость. Кто-то хочет собственный бизнес, потому что не хочет больше ходить на работу и работать на кого-то по найму. Так вот, нужно свободное время тоже высвободить. Может быть, личностный рост. Может быть, кто-то хочет помогать окружающим людям. Вот. Ну, новые знакомства мы тоже даем, потому что у нас и путешествия всевозможные, встречи в разных странах, встречи партнеров, даже тот же Экофест, когда приезжает хотя бы раз в год, там могут приехать все навстречу. Да? Не берем во внимание нынешнюю ситуацию с пандемией.
Вот. Кто-то хочет просто уйти со своей работы, иметь пассивный доход и все, и заниматься интересным делом. Вот. Кто-то хочет, у кого-то дети, не знаю, очень важно оставить им наследство. Или там в обществе зеленых кто-то состоит, и для него очень важно участвовать в этом проекте, потому что мы запускаем экологический транспорт, да, и заботимся о будущем планеты. То есть побуждающий фактор, который существует, вот здесь приведены, они действительно все отвечают нашему проекту. Это очень здорово. Вот. И скажу вам так, что у всех людей он разный, абсолютно разный, и мы не можем равнять по себе. Если мы хотим кому-то прийти, начинаем говорить, что вот, у тебя будет собственный бизнес, тебе не нужно будет ходить там на работу по найму, а мы не знаем, может быть, у него есть уже там три маленьких собственных бизнеса, да, или он ходит на работу по найму, потому что ему просто нравится то, чем он занимается, и это что-то большое, это какая-то корпорация, и он просто сам не может это с нуля поднять, ему просто нравится участвовать в том проекте, в котором он участвует. Вот, поэтому нужно обязательно научиться его выявить. А он как раз выявляется в разговоре. То есть когда мы разговариваем, человек рассказывает о себе, мы задаем ему наводящие вопросы, и мы выясняем, что для него на сегодняшний день самое важное. Да? Есть, приведу такие два примера, они тоже есть в этой книге, но я, может быть, еще немножечко досочиняю для того, чтобы было, может быть, более понятно. Ну, например, молодой человек, который хотел полной финансовой независимости, ему хотелось ездить на там, последние новые марки машины, ему хотелось путешествовать, куда он хочет в любой момент, ему хотелось сорить деньгами направо-налево. Ну, вот ему так нравилось вот, вести такой вот прям роскошный образ жизни, красивый большой дом. Вот. И он, начав работать в такого рода проекте, начал зарабатывать, у него есть активный доход, у него есть пассивный доход, он такой довольный, и он ходит и приглашает людей в свой бизнес. И он попадает на благотворительный какой-то там вечер, какая-то акция благотворительная, знакомится там с молодым человеком и начинает ему рассказывать, начинает его приглашать. И говорит, вот, приходи ко мне, ты получишь полную финансовую независимость, да ты будешь ездить, сможешь менять машины как перчатки, да ты сможешь себе купить огромный дом, да тебе там не надо будет ничего делать, ты будешь за всё, сможешь за все платить. Вот. И рассказывает о том, чем он занимается, как он зарабатывает такие вот большие деньги. И вы представляете, вот этот второй молодой человек, скажем так, номер два, слушая его, понимает, что он не пойдет в этот бизнес. Он его выслушал, они расстались, и все, и больше не созвонились. Почему? Потому что молодой человек номер два, которому все это рассказывали, у него был совсем другой побуждающий фактор. Ему совершенно не нужна была финансовая независимость. Ему не нужен был там новый двухэтажный дом с бассейном, потому что он получил дом от своих родителей, дом, в котором он вырос, дом, который ему очень дорог, сад, который ему очень дорог, и он счастлив, что остался в нем жить, что он остался вот в этом красивом своем месте, где прошло его детство. Человек, который занимается благотворительностью, они познакомились на благотворительном вечере. Но, допустим, у него были проблемы, там, допустим, у него есть ребенок один уже, да, у него были проблемы со здоровьем у ребенка, и благотворительный фонд ему помог. То есть его основной побуждающий фактор – это помощь другим людям. Это новое знакомство. Ему самому теперь интересно узнать, кто нуждается в помощи, чтобы делать какие-то взносы, оказывать им какую-то помощь. То есть ему не нужна была финансовая независимость. И тот побуждающий фактор, который был у первого молодого человека, он не сработал. Потому что его нужно было сначала выяснить, прежде чем предложить бизнес и заработать человеку деньги, чтобы он мог потратить на то, что его больше всего интересует.
Вот. Или другая, допустим, история. Девушка, у которой двое детей маленьких, она хотела уйти с работы, ей приходилось работать, но она очень хотела уйти с работы, чтобы больше времени уделять своим детям, потому что она мать-одиночка. И так получилось, что она попала в хорошую компанию, начала получать и пассивный доход у нее, да, командный доход получился, вот она попала в сетевую компанию. И будучи где-то, она познакомилась, она, допустим, с мужчиной, который занимался уборкой офисов, уборка по найму. И она ему предлагает бизнес, рассказывает, как здорово, что можно, занявшись этим бизнесом, можно уйти со своей работы, которая тебе не нравится, и освободить массу свободного времени для того, чтобы вот я занимаюсь детьми. Вот. И тоже получается, что она мимо, потому что ей казалось, что этот человек, работая по найму, и что он моет окна в офисах там, или, не знаю, начищает стеклянные перегородки, что ему это неинтересно, что он хочет уйти с этой работы, потому что она хотела уйти с работы, но ей нужно было уйти, чтобы уделять свое время детям. А он не хочет, потому что ему уже за 50. Он одинокий, у него никого нет больше, и для него работа как спасение. Он работает, он общается с людьми, и для него уйти с работы, потерять свою работу, не знаю, смерти подобно. То есть опять человек не совершил ошибку, он не угадал этот побуждающий фактор человека. Все, она потеряла, можно сказать, партнера, вернее, не приобрела нового партнера. Вот, поэтому... Когда мы выясняем, какой есть основной побуждающий фактор у человека, вот тогда мы начинаем задавать ему вопросы. Это такие 5 золотых вопросов. Это, знаете, можно это назвать прям целой методикой для того, чтобы, вспоминаем, о чем я вначале говорила, человек сам проговорил, что ему нужно. То есть когда мы будем ему предлагать бизнес или войти в наш проект, мы ему скажем, ну вот ты только что сам сказал, что тебе нужно. То есть не мы ему говорим, а он нам говорит. Да, у меня как-то с освещением не очень хорошо. Вот, первое – это мы говорим, что для вас важнее всего в жизни. То есть если мы уже в беседе разговариваем, и человек начинает рассказывать о себе, мы можем уже тогда ему, мы уже чувствуем, о чем он будет нам говорить, тогда мы можем просто ему задавать этот вопрос, что для вас важнее всего в жизни. Если же мы еще у нас не склеился разговор, или же мы хотим повести его по-другому, мы можем вот этот основной побуждающий фактор по пунктам прям распечатать на карточке, на листке и показать ему, то есть дать ему этот листок и сказать: возьми, посмотри, почитай и скажи, выбери, что для тебя важнее всего в жизни. Я сейчас попробую включить свет. Ну да, немножко стало лучше. Это было такое солнышко, и оно спряталось. Вот. Значит, мы его спрашиваем, что тебе важнее всего в жизни? И он говорит: я очень хочу быть финансово независимым. Допустим, привожу опять-таки бытовой пример, потому что у меня сейчас дом в кредит взят, я выплачиваю сейчас кредит, я работаю, моя жена тоже вынуждена работать, хотя она могла бы сидеть дома. И мы сейчас хотим еще не только выплачивать кредит, но мы хотим подзаработать денег для того, чтобы, когда у нас пойдут дети, чтобы было на что их содержать. Мы говорим: почему вы выбрали именно это? Он говорит: ну как почему? Потому что когда у меня будет финансовая независимость, то я выплачу кредиты, у меня жена не будет работать, мы родим детей, она сможет заниматься нашими детьми, домашним хозяйством, мы сможем дать образование детям.
А почему для вас это является наиболее важным? То есть мы просим человека еще раз повторить практически то, что он нам сказал, для того, чтобы он сам у себя закрепил то, что он сказал. Он сказал, потому что я же вам уже сказал, и это очень важно, если он прям вот так вот скажет, да я вам уже сказал, мне важно, чтобы дети получили образование, мне важно не быть в кредитах, мне важно не работать на 2-3 работах одновременно. Для меня это важно, поэтому когда я буду независим, все мои проблемы решатся, и у меня не будет появляться новых. И мы задаем четвертый вопрос. А что произойдет, если у вас не будет возможности получить это? То есть мы только что спросили, чего человек хочет. Это была его мечта. Он об этом уже неоднократно думал, потому что он нам рассказал и разложил по полочкам. Он понимал, что у него будет вот так и так и так, что он долго, он уже думал об этом, что я хочу вот это и это, и когда у меня будет финансовая независимость, я все это получу. Он рисовал уже себе яркую картинку и почувствовал себя прямо уже там, когда он финансово независим, и у него все это уже есть. Да, и мы вдруг его спрашиваем, а что произойдет, если у вас не будет возможности получить это? Здесь мы можем, конечно, встретить и раздражение, и, может быть, даже злость какую-то на себя, потому что он, мы как будто бы у него эту мечту сейчас раз его выдергиваем из этой картинки. Он только туда зашел, он только себя убедил, да, он уже себя почувствовал там, что у него все хорошо. И мы его оттуда выдергиваем, мы говорим, а что будет, если у вас не будет возможности получить это? И он может с раздражением сказать, вот мне придется пахать на 3 работах, мне придется всю жизнь быть в кредитах, и мои дети не получат того, что я бы хотела им дать, а будут плыть в той же лодке, что и мы. И не научатся тоже зарабатывать деньги, потому что я не умею, потому что у меня не получается, я не смогу их научить этому. Вот. И мы его как бы возвращаем. Почему это вас так волнует? Потому что я хочу, чтобы у меня было вот так, вот так, вот так и вот так. И он еще раз вам все это проговаривает. Потому что когда у меня этого не будет, мне будет плохо. Когда у меня это будет, мне будет хорошо. И что мы имеем, какую мы имеем картинку? То есть человек сам несколько раз проговорил все свои проблемы и проговорил тот основной побуждающий фактор, ту движущую силу, которая, в принципе, и сегодня заставляет его работать, и сегодня заставляет его работать на 2 работах, если одной не хватает, сегодня его подталкивает, и она будет его дальше подталкивать, пока он не достигнет этого. И вот таким образом мы понимаем, что мы выявили этот основной побуждающий фактор. И дальше вот с этим фактом мы можем работать. То есть как бы резюмирую, что люди идут в проект, покупают, это такое обобщенное слово, да? Они идут в проект, они принимают какие-то бизнес-предложения по 2 причинам. Когда им просто это очень необходимо, жизненно важно, либо когда они просто чего-то хотят. Это их мечта, им просто вот хочется, чтобы это произошло. Вот. И вот как раз-таки наша задача — выявить их, либо вот эту потребность настоящую, либо их желание. И тут мы переходим дальше уже к третьему ключу. То есть нажать на эту горячую точку. Ну, это что-то примерно предложить бизнес-план, план сотрудничества. Да? В нашем случае мы переходим к презентации проекта. То есть мы тогда начинаем делать презентацию с акцентом вот на этот основной побуждающий фактор. Да? То есть мы нашли уже эту точку, сейчас мы на нее давим. Мы говорим, что как раз-таки мы сейчас вам расскажем, что все вот это, что вы только что назвали,
вы сможете получить у нас в проекте. То есть я хочу предложить вам проект, где вы сможете заработать, где вы сможете удовлетворить свои потребности. То есть, потому что если мы им не без вот этой всей предварительной, так сказать, прелюдии с основным побуждающим фактором, если мы просто на энтузиазме, на эмоциях рассказываем человеку, показываем, презентуем, то, в принципе, у нас же бывает такое, когда человек тоже загорается, ему нравится, и он вроде «да, здорово, хорошо, давай встретимся там дальше, продолжим». А потом он перегорает. И бывает, пройдет день-два, и он перегорает. Не потому что мы ему не позвонили, не потому что мы что-то неправильно сделали. Он перегорел, потому что он сам не проговорил, для чего ему это нужно. Когда он сам проговорит и поймет, для чего ему это нужно, тогда есть больше вероятности, что он примет наше предложение, он будет с нами в проекте. То есть мы подчеркиваем, что мы можем решить его проблемы, и даже можем говорить его словами. Вот как вы и хотели, то есть если вы принимаете это предложение, вот будет так и так и так, и вот это означает, как вы и хотели, что это вам даст финансовую независимость, это вам даст там дополнительный доход, мы объясняем как. По презентациям, как мы готовимся к этим презентациям, это тоже очень важно, то есть как мы ее ведем. Наполнение этой презентации тоже важно, потому что мы не только рассказываем о проекте, не только передаем эмоцию свою, но и в обязательном порядке все-таки мы соблюдаем те базовые нормы, которые необходимо соблюсти. Мы не можем нести какую-то отсебятину, мы не можем брать какие-то картинки из интернета. У нас очень хорошие есть готовые презентации в личном кабинете, и мы ими пользуемся. Там до 100 слайдов, там даже, по-моему, одна была меньше 100, вторая была 104 слайда, если я не ошибаюсь. Может быть, там их немножечко дизайнеры меняют, может, дополняют, что-то убирают. И тогда, если у нас есть много времени, мы делаем презентацию вот из этих слайдов, да, составляем ее длинную. Если у нас мало времени, либо мы можем сделать несколько презентаций, одну подлиннее, одну там среднего размера и одну совсем коротенькую, там минут на 15, например, да, то мы из этих всех фотографий, которые из тех слайдов, которые там существуют, мы можем собрать себе ту презентацию, которую нам будет комфортно провести, собрать те слайды, те картиночки, по которым нам удобно рассказывать. Но главное, чтобы мы соблюдали структуру этой презентации, когда мы рассказываем о проблемах, которые существуют, какое есть решение, то есть это сама технология, и о возможности вообще принимать участие, поддерживать каким-то образом этот проект. То есть мы это рассказываем. То есть мы же понимаем, что мы не продаем крема, да, мы все-таки говорим о технологии, поэтому у нас тоже есть какая-то своя схема, схема ведения презентации. У нас очень хорошие лендинги, которые мы, в принципе, берем ссылку и отправляем людям, да, где много разных роликов. Я вам скажу, что по одному такому лендингу, вот взять любой лендинг, и по нему можно, даже если у вас нет презентации, если у вас нет готовых слайдов, то по одному лендингу вы можете провести шикарную презентацию. У нас в Риге в офисе стоял такой большой вот баннер, которыми мы пользовались. И там он как раз был, там было много-много разных фотографий и фотографии с выставок, и сам транспорт несколько видов, и рельс в разрезе у нас был, и, значит, источники энергии, которые питают транспорт. И тут же была схема сравнения с другими, да, с другим транспортом по безопасности, экологичности и все такое.
И на самом деле, когда в офис заходил чужой человек, мы настолько непринужденно могли просто по этому баннеру провести полную презентацию. И это было так ненавязчиво, это было так интересно, потому что когда заходили, ой, что это у вас такое красивое? Да, когда приглашаешь кого-то в гости, и человек еще не знает, что он там увидит. Вот, поэтому пользуйтесь этим. Ну, естественно, мы берем ролики с официальных каналов, ничего сами не придумываем. А сейчас еще у нас все вебинары на официальные каналы выставляются, поэтому вы там действительно очень много сможете найти на разных языках вебинары, та же презентация проекта, да, то есть, которую делаете не вы, а делают наши спикеры. Ну, естественно, используем чатную всю литературу, атрибутику с логотипом, вот то, что я и говорила, что относится к нашему корпоративному стилю. Ну и, естественно, мы всегда, когда делаем презентацию, мы помним, какой именно был основной побуждающий фактор у данного человека, данного нашего потенциального партнера, с которым мы ведем беседу, которым мы рассказываем. Да, и если это человек бизнеса, который говорит о дополнительном доходе, который говорит о собственном бизнесе, конечно же, мы всегда подробно говорим об инвестиционных возможностях, то есть программы, условия к финансированию проекта. Вот, и прям приглашение в бизнес, так сказать, прям бизнес-предложение делаем, это мы знакомим сразу с маркетингом, со всеми возможностями заработка, да, то есть об этом мы тоже не забываем, всегда ориентируемся на основной побуждающий фактор. Вот. То есть если человек сказал, что его волнует будущее планеты, будущее детей, то, естественно, мы больше акцента делаем на экологичность, мы больше рассказываем об этом транспорте, что это будет, это наше будущее, это будущее наших детей. И вот если мы сможем помочь этому проекту, то чем быстрее мы, чем как сказать, больше наш вклад будет, тем быстрее наши дети получат, да и мы сами получим этот транспорт. Вот. Когда мы готовимся к презентации, нам важно там, посмотреть какие-то новости, которые последние, да, там за 2-3 недели, чтобы мы могли ответить на какие-то вопросы. Молодцы те, кто читают книгу «100 вопросов, 100 ответов», потому что там очень много интересного, что тоже делает нас интересным собеседником. Вот. Очень важно иметь какой-то каталог, который вы покажете, но в то же время какие-то буклеты или каталоги, которые вы можете оставить своему клиенту, подарить ему, чтобы он мог листать и просматривать, чтобы у него там осталось как бы перед глазами еще данная литература. Вот. Очень важно, когда вы на первую встречу принесете и распечатанный список каких-то инвестиционных пакетов или на сегодняшний день каких-то промо-акций, то, чем можно заинтересовать человека. Потому что когда мы рассказываем о проекте, и если человек еще не зарегистрирован, если он впервые слышит, то, конечно же, у него нет доступа к кабинету и к той закрытой информации, которая действительно есть только у тех, кто зарегистрирован. Вот. Поэтому если мы дадим ему список такой с пакетами, да, ему будет на что посмотреть, будет что сравнить для того, чтобы лучше сделать выбор какой-то. Вот. Ну, естественно, когда мы делаем презентацию, желательно, чтобы у нас хоть какой-то был электронный носитель, так скажем, чтобы мы не просто с каталогами, да, походили с бумагами, а чтобы мы могли показать ролики, еще что-нибудь, может быть, какие-то свои фотографии, которые из экотехнопарка. Вот. Но опять-таки вспоминаем про корпоративный стиль, вспоминаем про первое впечатление, которое мы производим на людей, как мы создаем доверие. Наш компьютер. Я это говорю, потому что я замечала такие вещи, говорю абсолютно из собственного опыта. Если мы приходим предлагать человеку бизнес и рассказываем о том, что делаем презентацию, рассказываем о том, что там можно заработать очень много, стать финансово независимым и успешным, вот у меня уже все здорово, все хорошо, то, конечно, мы не только внешне должны хорошо выглядеть, чтобы соответствовать, но и наш
компьютер или телефон или планшет, на который мы показываем, ему тоже нужно быть в надлежащем виде. То есть это не обязательно какая-то последняя модель, но желательно, чтобы он был чистый, чтобы кнопки были чистые, без крошек, что я видела. Неприятная картина. Вот. И, естественно, чтобы не был разбитый экран, чтобы не было там никаких трещин, никаких разводов, потому что это тоже очень несолидно выглядит, это очень некрасиво, некорректно, и вам никто не будет верить, если вы будете говорить, что у вас все здорово, и у вас финансами, теперь у вас с финансами нет проблем, да, у вас разбитое стекло на телефоне или на планшете. То есть это тоже все относится к корпоративному стилю. И это относится к первому впечатлению, которое мы создаем. Да, кстати, вспомнила еще одну вещь, такую интересную. Даже не скажу вам, где я это услышала, но меня это зацепило, что когда мы идем на встречу, и мы на деловую встречу, и мы будем подавать руку для того, чтобы поздороваться, то желательно, чтобы эта рука, которую мы подаем, естественно, правая, чтобы она была, во-первых, свободная, чтобы мы не перекладывали, допустим, мы подходим, мы несем ноутбук в правой, мы правша, несем ноутбук в правой руке. И мы, когда встречаемся с человеком, мы быстренько перекладываем из правой в левую, чтобы там подать руку, да. Бывает такое, что когда несешь, особенно в теплое время года, что рука даже вспотеть может. Да? Это тоже неприятно, когда вы подаете мокрую руку. Поэтому желательно продумать это, переложить, освободить, так сказать, освободить эту руку, чтобы она была свободна, чтобы она была сухая. Ну, потому что это рассказывал человек, который сам тоже с этим столкнулся, сказал, было очень неприятно пожать мокрую руку, говорит, и я все время только об этом и думал, и я первые несколько минут вообще не слышал, что мне говорит собеседник, потому что мне хотелось под столом вытереть об джинсы свою руку, вот об брюки. Да? То есть такой момент, казалось бы, вообще не придаем этому значения, а он оказывается немаловажный. Ну, вот такое вот у меня получилось вступление, да. Вот. И, естественно, материалы для всяких презентаций. У нас их очень много. Используйте их, чтобы быть компетентным, может быть, да, чтобы у вас было одно, второе, чтобы, например, у нас есть визитка, куда мы на заднюю сторону нанесли вот этот основной побуждающий фактор, что тоже помогает в работе, потому что если вы беседуете с человеком, вы где-то встретились с ним совершенно по другому поводу, и вы решили обменяться визитками, да, вы даете визитку. Даже если вы ничего не говорите, человек перевернет и увидит, он просто даже посмотрит, что это такое, ему будет интересно. Вы можете тут же сказать, да, кстати, посмотри, какая классная вещь, а ты можешь сейчас сказать, что для тебя вот важнее всего в жизни, да? И все, и у вас уже как будто бы есть зацепка для разговора. Или же, когда вы ведете уже беседу, конкретно презентация проходит, вы рассказываете о проекте, вы делаете свое предложение, да? То есть и вы начинаете с этого, вот с этой визитки, посмотри, скажи, пожалуйста, подчеркни, отметь, не знаю, что как-нибудь отмечаете это все. И потом, когда вы расстаетесь, ну, допустим, ваш клиент сказал, я, да, хорошо, спасибо, мне было интересно, я подумаю, то когда у него останется на руках эта визитка, и он ее несколько раз еще увидит, поверьте, он еще бросит взгляд на этот список, он увидит, что он сам отметил своей рукой. Он еще раз это все несколько раз прочитает, и у него начнет здесь откладываться. Да, действительно, я очень хочу, чтобы у меня был собственный бизнес. И это на самом деле неплохое предложение. Вот, то есть он, вот эта визитка с отметиной будет ему напоминать о вашем разговоре, о важности вашего разговора, о том, что он сам выбрал этот основной побуждающий фактор. Он сам назвал причины, что заставляет его работать, что является движущей силой, которая заставляет вообще его что-то делать. Да? То есть эта визитка очень хороший помощник. Потом флаеры. У нас есть уже флаеры, вы можете обращаться. То есть
вы врачи обратитесь в свое время ко мне, да, но только через личный кабинет, вы там найдете мои данные и, пожалуйста, получите макеты. То есть вот флаеры на всех языках сейчас они будут. Это такой лист А3, складывается втрое. То есть здесь можно написать свои данные вот в белом квадрате, и есть QR-код, с помощью которого ваш собеседник, которому вы подарите этот флаер, сможет пойти и совершить экскурсию в формате 360 градусов по нашему экотехнопарку. Вот. Что относится к корпоративному стилю? Так вот, у нас еще есть и флешки, и ручки, и ежедневник, очень такой хорошая, крупная, такая добротная книга, как рабочая, такая настольная книга. Вот, тоже очень солидно выглядит, то есть это придаст вам такой серьезности, да, и люди более серьезно отнесутся к вашему предложению. Вот, это тоже можно заказать через личный кабинет. Вот. Ну, что хочу сказать, что если уж нам пришлось сделать презентацию, если мы понимаем, что человек хочет нас слушать, если ему интересно, то мы не смотрим, как он выглядит, потому что мы встретиться можем в разных местах. Вот. То есть если уж мы столкнулись с тем, что нам нужно рассказать о проекте, то делаем это по полной программе. То есть выкладываемся по полной программе. Не судим человека по одежке, не судим по тому, где мы его встретили. Точно так же, как мы говорили, когда мы пишем список контактов, то мы не принимаем решения вместо людей. «О, я этого знаю, я этому даже звонить не буду, а этому предлагать не буду, ой, этому, скорее всего, ничего не надо, у него и так все есть». То есть мы так не делаем. Наше мнение – это наше мнение. Мы можем только выбрать, кого мы возьмем в первую очередь, кого во вторую. Да? Но, тем не менее, мы все равно, опять возвращаюсь, не оцениваем, не судим. А если мы столкнулись с человеком, делаем презентацию, то делаем ее качественно, абсолютно качественно. Потому что иногда бывает так, что абсолютно какая-то внезапная, случайная встреча меняет нашу жизнь. Меняет течение нашей жизни, мы все это знаем. Вот. И вот мы сделали презентацию, сделали акценты на основной побуждающий фактор, рассказали человеку, как он может свои проблемы решить или мечту осуществить с помощью нашего проекта. Все показали, все рассказали. И заключаем заключительная часть беседы, это наш четвертый ключ, это получение обязательства. То есть либо он говорит, да, я буду регистрироваться, мне это нравится, то есть тогда мы быстренько переходим к регистрации, то есть мы не отпускаем его, да, но это уже будем говорить в следующих следующих вебинарах, это уже относится к поддержке, сопровождению клиента. Вот. Важно, чтобы мы получили вот этот четвертый ключ, это донести до человека, что принять решение лучше всего сегодня, присоединиться к нашему проекту лучше всего сегодня, а не завтра. Ну, не в прямом, может быть, смысле, да, но сегодня, там, ближайшие 2-3 дня лучше сделать это, не откладывать это там на 2 недели, на месяц. Что нам поможет, что нам вот на этом этапе поможет? Это знакомство с маркетинг-планом, с партнерской программой. Здесь мы тоже смотрим, что именно было важно для человека, на что сделать акценты. Мы даже в маркетинг-плане можем сделать абсолютно разные акценты. И вот как раз в следующий четверг мы поговорим о психотипах людей и как делать акценты в беседе с разными типами людей, на что делать акценты. Да? На сегодняшний день, допустим, у нас запущена промо-акция ко дню рождения Анатолия Эдуардовича. И вот когда мы говорим человеку, что лучше присоединиться сейчас, потому что у нас сейчас есть вот такие плюсы, у нас вот сейчас есть такие промо-акции, это тоже как наш дополнительный инструмент, который поможет вот как бы уже ну, довести человека до сделки, так сказать, да? То есть, поэтому ищем что-то,
что сможет убедить человека не откладывать свое решение в долгий ящик. Вот. В следующий четверг мы поговорим о психотипах. Это тоже все равно будет еще о презентациях. А сегодня я хочу еще привести три золотых правила. Алан Пис их так и называет. У нас сегодня ему посвящена наша презентация, его материалам, его работам. Чтобы достичь успеха, нужно больше общаться с людьми, потому что в данном случае у нас рекомендательный бизнес, у нас люди в командах. Вот. То есть первое правило – больше общайтесь с людьми. Правило номер два – больше общайтесь с людьми. И правило номер три – еще больше общайтесь с людьми. Чем больше мы будем общаться, тем больше мы будем знакомиться, чем больше мы будем рассказывать о себе и узнавать что-то о людях, чем больше мы будем рассказывать о нашем любимом проекте, который для кого-то стал целью в жизни, для кого-то стал просто хобби, для кого-то стал мечтой, а для кого-то стал просто чем-то важным, жизненно необходимым, потому что он здесь смог открыть свой бизнес и благодаря этому осуществлять какие-то свои мечты и желания. Вот. Поэтому чем больше мы будем знакомиться с людьми, тем быстрее мы осуществим и мечту Анатолия Эдуардовича, а вместе с этим каждый сможет осуществить какую-то свою мечту и какое-то свое желание. Я сегодня больше не хочу никого задерживать. Осталось 10 минут на, может быть, какой-то перекус и попить чашечку кофе, потому что сегодня в 7 часов у Владимира Марковича тоже будет вебинар. Поэтому подключайтесь к нему. И, пожалуйста, если есть какие-то вопросы, вы можете их писать. Вот я сейчас смотрю, в Ютубе вопросов нет, просто приветствие. Вот. Вы можете точно так же эти вопросы писать прямо потом в Ютубе, в чате, то есть в комментариях. Да? И если я буду просматривать эти ролики, и тогда я, может быть, ну, там отвечу. Потому что иногда бывает, что я уже закончила, и потом у меня уже закончилось время, и я вижу, в последний момент появился какой-то вопрос, на который, в принципе, я и в эфире не дала ответ, и он потом из нашего чата пропадает, из чата, в котором мы сейчас можем общаться. Лучше написать вопросы уже в комментариях под видео, если действительно есть какие-то вопросы. Ну и смотрите в комментариях, там будут ссылки на предыдущие вебинары. Все, я прощаюсь с вами. Спасибо вам большое за внимание. Благодарю всех, что были сегодня со мной. И до новых встреч, до следующего четверга.